Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет рубрика, аниматроник сбежал с пиццерии, все остальные пацаны, кто зашли, будут против меня, они будут у нас, получается, военными. Будете пытаться меня поймать, можно использовать любой транспорт, танки, самолеты, вертолеты, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я начну сбегать, дайте только мне время сначала, а вы давайте, подготавливайтесь. Блин, так много людей зашло. Так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Мы всегда рады видеть новых подписчиков. Угу, я ж могу тпхаться. Все, я готов, я могу выживать. Я не могу ставать невидимым. Надеюсь, ребята, вам понравится. Вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Уже выдвинулся вертолет на мои поиски. Видите, полетел. А, это самолет, самолет. Так, 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 ищет, ищет меня. Красиво летит. Мы накачали классные моды, теперь все работает, ни одной ошибки нету. Четенько. А я могу его подбить? Я его подбил! Это аниматроник, короче, с суперспособностями, который может убивать на расстоянии. Блин, красивый мод очень, они так классно сбиваются. Еще вертолет летит, но вертолет сам по себе умер. Ладно, давайте я выйду, чтобы было эпик. Давайте, начинайте меня гасить. О, уже машину с пулеметами. Мы эту карту очень давно записывали и играли здесь в PvP режим пилили, я помню. Она очень оптимизированная. Эй, ты чё, я тебя сейчас взорву. А, минус движок. Ах ты, ну что ж ты не умеешь. Так, с кем PvP-шиться? Давайте. Вы давай, меня убиваете или друг друга? Давайте попробуем эту машину взорвать. Машина даже не пытается. Уйди, уйди от меня. Это ты что ли? Блин. На! Убил своего. Промахнулся я тут. Friendly fire, friendly. Хотя у меня жизни немножко отняло. Ой, красиво летит. Ой, что-то его кто-то подбил. Бум. Ты псих что ли? А кто это? Ай! Аниматроник против техники, да? Черная фура выдвинулась. Пацаны, у меня 8700 жизней. Не так уж вам легко будет меня убить. Поэтому мы этого челика сразу наказываем. Прощай, ты сейчас и так умрешь. Помогу тебе немножко. Ах ты жопа. Уничтожить противника. Уничтожить самолет противника. Дымит, дымит, дымит. Подбил его. Он еще летит. Нет, он пытается взлететь. Ах ты жлоб. Ребята, давайте... Ой, красиво! Эй, ты чё тут понаехал? Ой! Давай, мочим их, пацаны! Надеюсь, вы убьете. А, у меня уже 3300 жизней! Машина заглохла! Так заводи, вертолет сейчас взорвется. Бум! Там движок отлетел, не надо? Я могу в машину сесть? Аниматроник сел в машину. Прощай! Я такого еще ни разу не делал, ребята. Пилбаки могут садиться в машину, ладно. Придется тебя убить так. Ах ты. Это что, с этого? Звездных войн истребитель прилетел. Уничтожите. Да. Сейчас мы его подобьем. Еще один, да, пришел? Сейчас взорвется. Подбиваем самолет. Бу. Так, надо ускоряться, потому что они меня сейчас убьют. У меня 399 жизней, пацаны, вы должны справиться. Я сбегающий аниматроник. Вы не должны понимать. Да, я, знаете, сумасшедший, сошел с ума, у меня сбой программы. Я убиваю всех, кого вижу. Я могу тпхаться в край карты, вы же не забывайте. И могу сам все жизни тратить. Иду пешим. Красиво это было, мне понравилось. Хотел на таран взять, хотел. Ну ты мог бы меня убить, в принципе, жизни немножко отнялись. Танк выехал. Прощай. О, я приехал на их базу. Вы там особо не психуете? А я могу дверь открыть как-то? Так, 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 аккуратнее, пацаны, я свой, наполовину. Ай. Паника, паника, паника. В воздухе паника, самолет паника. Подобью. Бу. Это было эпично. Вау. Так, и где же нас тут Димасик? Я отдыхаю, да. У меня батарея села, надо подзарядиться. Ты так. Где? Я на крыше сижу, ангара. Эй, жлоб, ты чё меня палишь? Я тебя сейчас поймаю. Нет, нельзя, фу-фу-фу, брысь.
Понимаю. Ты ж не забывай, я же псих. Я позвал своего друга, робота. Эй, а чё так быстро жизни тратятся? А, то чё так быстро? Эй, это самолет так сильно пулеметом валит? Получай. Да отвалите, вы чё такие жесткие? У меня роботов не хватает на вас. А я кину бомбу вам, на. Бум. Вали, да что за робот конченый? Последняя попытка роботом. Да давай, умри. Я откидывать могу немножечко. Давай, да отвали ты. На. Вот это, ребята, битва. Ну. А вот так вот, если я сделаю. Блин, перекинул. Не докинул. Я пошел. Ускоряемся. Я такой здоровый, а на этой карте не такой уж и большой. Отвалите от меня, чего такие все жесткие? Гасим, гасим их. Кидаем бомбу. Лови. Фашист гранату. Бум. Надо ближе, вот так вот. Есть пробитие. На. А ну, ребята, докинул, не докинул. Бум, четко. Да, ай, отойди. Ай. Есть повреждение. Бум. Эпический взрыв. Все, я побежал. Я скрабэйби, сбежавшая. Буду убивать, кого вижу. А, ты вот так решил бомбу вот так прям сбрасывать, а я в другую сторону пойду. Я же еще тпхаться могу. Зря так когда кидал. Ого. А это мина. Ау. Какие-то слабые ты бомбы сбрасываешь. Ни о чем вообще. Опять же, красота. Понял. Главное, эпик. Эй, я тебе сейчас взорву машину. Ты хочешь эпик, понимаете? Так, сейчас. А че я машину не могу разломать его, вонючую? О, так она сразу загорается, она потом просто со временем. Самолет, самолет, есть! На! Кто еще? Я готов всех мочить. Так, я невидимо не могу вставать, было бы вообще классно. О, я знаю эти бомбы. Они просирают, они, кстати, не взрываются. А, не, я ошибался. О. Бу! Нифига себе! Что ж ты своих-то мочишь? А тебя хотя бы повредил? Ну да. Сколько? 900 где-то жизни снял. Чё так мало? Ну потому что я от взрыва отлетел в другую сторону. Так, понял, тогда берем танк и выезжаем. Это уже, знаете, ребята, как в GTA у меня 6 звездочек, да? Максимальная уже. Когда вы готовы потратить все ресурсы и горит смоды, чтобы меня поймать. Ладно, давайте так, я не буду тпхаться, без тпханья. Вижу противника, противника. О, второго. Давайте, чтобы вообще было эпично, не могу быстро бегать. Да вы не долетите, я буду подбивать всех. Ты с танка попал? Да. Нифига себе, оно дамажит. Вау. Бронебойный снаряд. Да почему я не могу убить тебя? Гусеница сбита, для меня это не предел. Так, я понял, надо эту машину дамажить со всей силы. Так, машина задамажена. Еще один истребитель. Вот это пулеметы ваши очень много гасят. Летит, летит, очень летит. Очень сильно. Пора его подбивать. Прощай. Бум, какие крошечные. Ну, прикольно сделано. Шлейф такой прям черного дыма идет за самолетом. Ого, рядом. Ты чё? Гусеница сбита. На. Есть пробитие. 1000 жизней осталось. Я его добью, пацаны. Я должен, я должен. Убегайте. Офигеть! Ты подбил нас! Господи, вижу, как по карте только одни ошметки валяют. Летают. Я жду, я ничего делать даже не буду, я просто жду, пока мои бомбы приземлятся. Прощайте! Не, ай, больно! Зачем так? Да я не сильно! А вот сейчас будет сильно, вы готовы? Только не на базе, только не на базе. Хорошо, не на базе. Да стой, хорош. Вы готовы, пацаны?
Надеюсь, ваши компьютеры не вылетят, как и мой. Так, надо поймать точку, где они спамятся. Главное побольше, максимально в одну точку. Тогда будет внизу взрыв, и их отбросят в разные стороны по всей карте. Надо успеть очень много заспамить. Ой, блин, переборщил, взрыв в небе произошел. Улетаем, улетаем от этого мега-взрыва. Вау. Это я на самолете. А вот это? Не, не задело. До сих пор не задело тоже. Мы живые. Офигеть. Да. Подумаешь, мне колеса сдули. Вот это они взрываются! Я друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!